Раз, два, три. Ну, куда ты бью? Да сука, собака, блядь, гавкай! Начало готово. Блин, у него кирпич скинул, говно. Да куда ж ты бьешь? Куда ж ты пасуешь? Да пас, пас! Мальчик, да какой футбол смотреть? Я себе новые красные каблуки купила. Женечка, женщина, уйди, не мешай нам футбол смотреть. Уйди отсюда. Отсюда, ты непрозрачная, уйди. Да, а ваш футбол вообще фигня, вообще что? Фигня. Шо? Что? Шо? Ты что, это против футбола имеешь? Вообще да, все смотрели футбол, вот кто хоть раз смотрел футбол, во. Нужно лайк поставить. Да. Если вы любите спорт, большой палец вверх, а ты, женщина, уйди, не мешай нам футбол смотреть. Ну вот и смотрите свой футбол. Давай, давай, давай. Направо, пасуй, давай бей уже! Да, сраные футболисты, у них ноги не из жопы растут, понимаешь, Энечка? Я вообще так не могу, я просто не могу. Я вообще в шоке. Я в шоке. Слушай, ты что такое было? Футбола уже. Женечка, ты где? Что происходит? Что происходит? Так. Я что-то не понял. Я что-то вообще не понял. Что это такое? Кто с ним стал? Папа в монстр превратился. У тебя жопа красная, папочка. И что? Потому что футбол горит у меня жопа, понимаешь? Горит. Офигеть, офигеть. Женечка, убегай отсюда нафиг, да. Беги. Что вы здесь ходите? Что с ним случилось? Что мой папа халк или что это? Беги, он всех убивает. Он всех убивает и всех взрывает. Давай. Женечка, что нам делать? Стой тут. Женечка, что нам делать? Куда ты вообще бежишь? Где вы, дети? Мы нигде. Женечка, я думаю, нам нужно подкрепление вызвать. Я не знаю, какую-то... Что, армию? Вот, по скайпу быстрее. По скайпу. Киллеру 228. Киллеру 228. Какому киллеру 228? Это кто вообще? Я не знаю, звони быстрее. Так, сейчас. Киллер 228. Да не бей. Киллер 228. Алло. Помощь нужна. Тут... Ара, тут монстр вообще город крушит. Да давайте приезжайте сюда, быстро. Вот, смотри, Так, Женечка. Военные приехали. Давай спускаемся. Пока они его не убили. Все военные хотели стать футболистами, но у них ни хрена не получилось. Пошли, Женечка. Папочка, тихо, ничего не говори. Папа, не делай ничего, успокойся. Все. Все хорошо? Успокойся. Тихо. Дыши глубоко. Да, вот так вот. Жопа у тебя все равно красная. Женечка, да ты... Ты дурак, зачем ты его вообще злишь, а? Я да успокойся. Договаривайтесь. Так. Все, Женечка, держи его за руку, хорошо, я попробую поговорить с военными. Все. О, спасибо, что приехали, все, с ним уже все нормально, успокоился вроде. Мы его сейчас погладим по головке, все будет нормально. Там, короче, конечно, ЦСКА проиграли, поэтому он разозлился, но вроде все нормально. Папа, ты не беспокойся, ЦСКА еще выиграют. Они не первый раз проигрывают, поэтому все нормально будет. Зачем я напомнил? Военные, бегите, военные, вам сейчас пердик будет. Женечка, давай за мной. Где ты, Эдичка? Твою мать! Женечка, давай сюда. У военных, кстати, оружие принесли. Держи. Все, сюда беру. Ой, я не могу. С ним что-то нужно делать, Женечка. Стреляем его! Где он? Больно, синяк-то будет теперь. Вот он стоит. Он успокоился? Стреляй! Твою мать! Лучше убегай! Вертолет взорвался! Давай спрячемся вот тут, в парке. Женечка, иди сюда. Я бегу. Он уже тут, давай в фонтане спрячемся, он может тут нас не найдет. Иди сюда. Твою мать, он перед нами. Он здесь! Открывай его! Где он? Побежали за мной! Смотри, там был на крыше какой-то вертолет! Да, он мне по рации сказал, вот этот начальник армии, то что... Пунк эвакуации, давай за мной! Стреляй! Давай! Пока он не выбрался, давай, Женечка, за мной! Идичка, он, кажется, нас заметил. Не знаю. А вы куда собрались-то без меня? Он... Он с нами разговаривает! Женечка, давай вертолёт! Я сажусь, Артур, беги! Улетай! Тоже бы не достал! Да, вот так! Далеко полетели, да? Быстрее, стать новый! Да, успокойся!
упасть, ты меня подбросил. Женечка, садись, садись. Где он, где он? Он нас не видит, он нас не видит. Кто не видит, не видит, я его отталкиваю, А ты где, Женечка? А, ты в вертолете, хуй, я уже испугался. Ну что, пока, пока, папочка. Да. Все, тут уже город не спасти, поэтому едем жить в другой. Я вас догоню! Попробуй, да-да-да, попробуй только, попробуй. Он совсем сумасшедший. Да, сейчас я вас допрыгну. Он за нами еще до сих пор? Да, он до сих пор за нами бежит. Да не знаю, что ты делаешь. Да, а все. А ну-ка, я его прикончу. Давай, да, только спустись пониже. Не-не-не, мы наоборот выше взлетим, и тут у нас уже не достанем. Все. Прощай, папа, прощай. Прощай. Ну и ладно, пойду смотреть футбол. Я думаю, ЦСКА сейчас выиграет. А, конечно. Надо главное добраться домой и не разрушить его. А-а-а. Надеюсь, телевизор работает, а вы летаете там в своем вертолете, понятно вам? Пока-пока. Говнари. Сидите, ублюдки.